Здарова всем, ребята, Кент, пока на проводе, и прямо сегодня я хотел бы вместе с вами поговорить про новый режим напарники. Как бы это странно ни звучало, но прямо сегодня, ребята, мы в него даже поиграем. Поэтому, ребят, присаживайтесь поудобней, обязательно прожимайте огромнейший лайк, подписывайтесь на мой канал. GG Sendoff, мой выбор. Здарова всем, ребятки, Кент на проводе, и прямо сегодня мы, ребят, поговорим о новом обновлении 0.16.0, а точнее о новом режиме под названием «Напарники». Я думаю, что вы уже неоднократно о нем слышали. Ну что же, прямо сейчас мы пишем «Excel Bolt», и что же мы тут находим? Находим тут самого главного тестера под названием LQA Hold Javel. Это, ребята, главный тестер, как мы видим, у него есть лидерка этого клана. Это реально клан настоящих тестеров. Ну что же, прямо сейчас мы, ребят, на них нажимаем профиль, и вы просто будете в шоке, потому что если мы нажмем историю матчей, тут есть матчи, в которых счет был 0.24. И за эти матчи снимали рейтинг. Вы спросите, Кент АПК, а что же это такое? Я, конечно, не знаю на 100%, но, ребят, с большой долей вероятности это тот самый режим напарники. Вы просто представьте, да, это не шутки, да, это не сон, и прямо сейчас, и прямо сегодня его тестируют, посмотрите, этот режим тестируют круглые сутки, вот просто нажимаем, к примеру, да, тут, как мы видим, каточка 1 на 1, все нормально, ничего такого подозрительного, да, ну а если мы, ребята, прямо сейчас нажмем на вот эти вот игры, где у него было более 24 очков, то мы видим то, что тут написано «Is not valid», то есть эти матчи от нас скрыли. А зачем скрыли? Для того, чтобы мы не знали обнову. А что же будет в обнове? С большой долей вероятности, ребят, это тот самый режим напарники, который, скорее всего, своруют из CSGO. Но, тем не менее, это очень круто. И самое главное то, что мы в него сегодня поиграем. Просто посмотрите, как много звездочек. Эти звездочки даже не вмещаются. Блин, ребят, я просто в шоке. Давайте еще раз нажмем сюда. Опять матч не найден. Тут матч нашло, а тут... Тут обратно матч не нашло. Я просто в шоке. И, ребятки, я заметил самое-самое странное, то, что наш с вами этот тестер получает по 0 ММР. Как по мне, это максимально подозрительно, я вообще не понял, как можно. Вот как, посмотрите, 4-0 выиграл, 1-0 выиграл, 1-0 выиграл, 10-0 выиграл, получает 2 ММР, 0 ММР, 0 ММР, 0 ММР. Я просто в шоке, ребят. Скорее всего, тестируют режим напарники. Для тех, кто не в теме, в режим напарники можно играть не только 2 на 2. Ты можешь в него просто играть даже 1 на 1. Поэтому, ребята, это очень круто. И как мы тут видим, то, что наш с вами тестер играет 1 на 1. Поэтому, ребята, у меня есть лично очень большие подозрения, то что все-таки это будет режим напарники. Как по мне, это очень круто. Для тех, кто сейчас скажет: Кент АПК, ты еще пьян? Ребят, во-первых, со мной все хорошо, во-вторых, я лично видел, когда я заходил в клан тестера, то, что было написано, то, что он играет. Но не было понятно, в какой режим. Было понятно, что он просто играет. Значит, он играл в новый режим, которого нету в этом обновлении. Значит, ребята, будет новый режим. Значит, все-таки будут напарники. Наверное. И да, ребятки, еще один интересный факт. Учитывая то, что наши разработчики очень любят все воровать у CSGO, то я вам расскажу так. У режима напарники есть отдельный ранг. То есть вы можете откалиброваться на напарниках на ранг и легенду. Но при этом в обычном меме у вас будет Silver 3. Да, это странно, да, это фриково. Но тем не менее, в этом режиме не будет читеров. И в этом режиме вы реально сможете проявить ваш скилл. И да, ребятки, я же вам обещал показать, что же это за режим. Запомните, если Кент АПК сказал, значит, Кент АПК может забрать эти слова обратно, а уф. Да ладно, шучу, погнали тестировать. Ну что же, а вот мы уже и в режиме напарники. Что же это такое? Карта будет огорожена, то есть вот этого прохода на мид не будет. Дальше, ребятки, показываю вам. Тут также прохода на мид не будет. То есть будет, так сказать, карта St. Yards. То есть та же самая карта, что и в командном бою. Как же играть? Играть все как обычно. То есть та же самая закладка бомбы, просто на половинке карты. Ну что же, прямо сейчас мы попробуем вам это показать. Также ники, как мы видим, напарник 1, напарник 2. И против нас играет напарник 3 и напарник 4. Ну что же, дамы и господа, всем желаю удачи, а мы прямо сейчас начинаем играть в режим напарники. Родной братик, давай, поехали. Брат, ты хорошо играешь? Ну скажи честно. Ну, не первый день, правильно? На опыте, на опыте. Окей, дядь, поехали, поехали, поехали. Давай, короче, залетаем. Давай так, ты через темку, я через лонг. Все, поехали, ребят. Да, это режим напарники. В этом режиме также можно понтить бомбу и играть как обычно закладку бомбы. Ой-ой-ой, ой-ой, ну, ребят, ну, говорит, с опыт не пропьешь. Подбираем так, найн. Не, ну, ребята, ну это было слишком изи.
Играем же как обычно, то есть получается играем в начале 7 раундов за одну сторону, потом по истечении 7 раундов играем за противоположную сторону. Это был бы максимально крутой и максимально прикольный режим, который вы можете показать уровень вашего скилла. Так, мой тиммейт уже показал уровень своего скилла, ну то есть он показал, что до его просто-напросто нету. Ой-ой-ой, 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 ребят, ничего себе, киберспорт is my life, так, родной, очень потно. Ты же понимаешь, если мы хорошо доиграем, мы получим много ММР, а если будет много ММР, то у нас будет хороший ранг в режиме напарники. Да, ребят, в режиме напарники будет отдельный ММР. И отдельный ранг! Ай-яй-яй-яй-яй, все, уже 1-1. Ну давайте ради теста сыграем до 3, посмотрим, чем все это закончится. Надеюсь, я и мой тип напарник будут играть немножко получше. Родной, ну, я надеюсь, ты соберешься. Давай, покажи. Покажи, на что ты способен, окей? Брата, чё у тебя дигл? Где твое нормальное оружие? Ой, блин, я понял, все, ребята, вот из-за таких напарников я и буду сливаться, потому что в следующий раз пойду с каким-то напарником, который на скеле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, все, нормально, я его накоцал, 24 хп, моему напарнику осталось просто добить. Братан, просто попадаешь раз, а хотя у тебя дигл, два раза попадаешь в тело и изи вин. Давай, брат, играем до 3, так, он слева, он слева, он слева, родной, он слева, да, он тут, он в кармане, карман, да, он тут, стрелять, атака, атака. Брат, я тебя прошу, сделай это ради меня. Моя ты умничка. Я не понимаю, как он это сделал, но, тем не менее, наша команда победила. Братик, я тебе скажу только одно, я тебя люблю, я тебя люблю. Так, ну чё, продолжаем дальше. Что закупим? Братан, смотри, что покупаем, смотри, 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 вот это оружие, запомнил? Да выбрось, купи вот это. А, блин, уже. Да-да-да, хорош, 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 все. Давай, 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 братан, все. У нас супер тактика, ребят. Мы сейчас моим напарником покажем, кто тут главный. Но, честно говоря, в режиме напарники я бы с большим, при большим удовольствием играл бы на стримах, потому что, как по мне, это очень прикольно. Взял себе в друзья какого-то киберспортсмена по типу интро, и мы бы с ним бы вдвоем бы раздавали. Брат, хелпуй, хелпуй. Давай, давай, вдвоем зажимаем, зажимаем, ну багалима. Брат, их накоцал двоих. Родной, родной, аккуратно. Блин, ну. Ушли напарники, нубы. Так, ребята, осторожно. Счет 2-2, честно говоря. Я думал, что будет немножко попроще. Окей. Так, братан, смотри, все, играем на всю силу. Покупаем такие оружие. Я тебе покажу, где сидеть. Братан, не пушите, ясно? Это приказ. Пушить нельзя, смотри. Я тебе сейчас покажу твою позицию. Ты просто сидишь и ждешь, смотри. О, вот тут, ясно, родной, все. Вот там сиди и жди, вот тут, где я стрельнул. Все, давай, там и сиди. Да, блин, вот тут, все, да, жди. А я, братик, буду чекать вот эту позицию. Все, полетели. Так, так, так. Опа, уже флешечка залетела. Родной, родной. И мой напарник помер. Вот и помер дед Максим. Только кусок напарника остался с ним, ребят. Ну, как обычно. Супер напарники. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, почти. Блин, ну почти. Но, к сожалению, мне с моим напарником не очень повезло. И, к сожалению, в этой битве чисто гипотетически мы проиграли. В общем, ребята, суть режима напарники, надеюсь, вы поняли. Но если вы ждете этот режим в игре, прямо сейчас прожимай лайк и подписывайся на мой канал. Если ты прямо сейчас в комментариях угадаешь точную дату обновления, то, возможно, именно ты получишь бесплатно 1000 голды. Ну что же, всем желаю удачи, всем пока.